Здравствуйте, рыбаки и рыбачки. Очередной мой товарищ, подписчик, попросил показать ножик, который он видел у меня в ролике. Окунь-кусняшка, запеченный в шелухе дома. В общем, такой ролик. Это нож фирмы Рапало. Видите, вот написано Рапало. Очень хорошая сталь здесь. Очень хорошо чистит рыбу всякую. Удобный, легкий. Лезвие длиной у нас здесь получается 10 сантиметров. Вот такой ножик. Очень удобно его держать в руке и работать хорошо. Второй ножик Рапало решил уже этот показать. Тоже, видите, Рапало, такой чехол. Им очень хорошо делать филейки. То же самое щуку, когда вы филе добываете, освобождаете, тоже прекрасный ножичек. Ну и мясо им резать очень хорошо, удобно. Вот такой у него чехольчик. И еще один ножик, у меня их еще есть много количество, как говорится, немало. Этому ножу 48 лет. Вот здесь написано, видите, инструментальная сталь. Вот если видно здесь. Вот здесь написано. Инструментальная сталь. Как в 72-м году я его сделал. Вот так вот. Ручка из дуба. Просто. Я это специально убрал, здесь у меня было еще обмотано, чтобы было видно, как он делается. Делается очень просто, ничего сложного нет. Сталь тоже очень хорошая, инструментальная сталь, еще раз говорю. Это из люка танка, там такой материал был. Брали, делали ножи. Я его всегда носил, когда на охоту шел или на рыбалку. В чехле сапог вставлял, тоже удобный нож, хороший. Вот, выполнил просьбу моего подписчика. Благодарю за просмотр. На все вопросы я стараюсь всегда ответить. До встречи в эфире. Потом покажу вам еще самый классный нож. Ну, не буду сейчас о нем рассказывать, ничего показывать. Потом расскажу и покажу.